Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, капитан команды «Рамблер Рубник», Иванович Алексей. Как прошла игра? Игра прошла интересно, со множеством голевых моментов, мы свои забили. У соперников было меньше, поэтому выиграли. За счет чего главное? За счет командной игры, большого количества замен. Мы сегодня молодостью подъехали и выиграли. Какое место планируете занять? Первое, естественно. Надеюсь, получится все. Да, получится, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Удачи.